Дайте второй гир. Слейшима. Адмиралу Виннер, да. С маной что-то делать, у меня вообще нет маны. Заливаю. Старый тебе кину. Я три гениуса, меня не переживай. Вот есть вариант пока отхилиться, отхилиться. Если чё, Инн, отдавайте этому Денчику. Все, милики, не попадитесь, побили, отбежали. Сейчас первую смотрите, когда скастует, отойдите лучше сейчас. Так, пухану там плохо. Так, присты, у кого гимн на ману еще остался? У меня, сейчас я его отдам. Давай. И Иннер, если есть, от, по Денчику откиньте. Иннер, 13 секунд у Жужина. Жужин потом по Денчику кинешь. Где под хиль Пухана? Жну. Шаман тотем на КД сколько? Гимна ману, а давай. Я пету запустил. Умирал тут по урону, не по кому лететь. Спасибо. Хиль танков и давай им абсорб приоритет. Всех остальных можешь не считать. То я вот перехватывай. Тимбыч БР Драгона. Да ну нахуй, БР тебе быстрее. Кто-нибудь БРните Драгона. Тоже КД. Че, ни у одного нету? Один Тимбич одна минута. И выйдем. Если у кого-то дживс будет, поставить. Если это символ куплю. Поставлю. Че, ты на Дзайн спасения символ хочешь брать? Ну, я уже не знаю, что делать. Слишком дохуя урон влетает. Да ты ему убил. Ты давал зубы, адмирал? М? Ты зубы я не давал, успел. Когда я когда уже ткнул, ты уже был откинутый. 80 тысяч. ДССы по танкам. Точно никакой обновы не было? Что было?
Как это символ назвали? Мы еще плюс 5 хилов тут. Давай, может, я спекнуть еще в хила. Кого? Какой символ ты ищешь? 3%? Она глайн спасения, который... Нет, который 20% снижает. Слышишь, старик? Я слышу, я думаю. Асалево, да? У тебя же ДЦ там. Да, я тоже сейчас зубы дам. Нету смысла. Если не хватает на одном и том же этапе пережить просто. На чем? Нету смысла, еще раз вам повторяю. 6 хилов нету смысла. Проблема больше в танках. Рыбу ставлю. Маните. Так, я релогнусь, потому что я знаю, сейчас у меня панелька забагает. Ну вон вам и ДПС от Элима. 19к, пожалуйста. Так, шкаф ставьте, давайте суммонить. Вот эта штука, короче, стакается на боссе. Это если кто-то живой из помощников босса. Угу. Да сделали что-то с боссом. Куда он точно похож? Что-то была же инфа, да, на прошлой неделе, то что там Джоки куда-то пошли, Вока что ли, не убить, не могли нихуя убить. Убили его на том КД. Ну, на том КД мы успели до ребафа. Ну, точно так же я длань кидал и прожимки давали. Все то же самое было. Можно засумонить, нет? Сейчас шкаф поставит. Локи поставьте, пожалуйста, шкаф. Не, ну берса-то точно была, может просто больше сделал. Короче, этот. Поставь запоминание цели по боссу. По сути, там без разницы, какой порядок убейте, просто что их после последнего надо убивать. На нем это благословение вот не будет появляться вообще. Нет, ну разница. Тотемы только будут, которые раздражают атаку. Босс ставит тотем, если его слить, то он сразу его поставит. И он захиливается, он по 15 тысяч бьет. У босса ты имеешь в виду КД? У него там пару секунд, когда он сразу ставит. А про что ты говоришь? Ну, который... Он говорит про то, что КТ можно заливать и бить босса одновременно. Это не такая проблема. Ну, во-первых, тотем под ногами босса, и босс кастует звезду. Как ты это будешь заливать? Босса можно отводить. Ну ты много ДПСа потеряешь от тотем. Можно лапу, друиды? Можно отводить. Эрнест. Не переставит тотем. И СС, пожалуйста. Ой, тебе дали СС? Все тут, погнали. У нас ССов нету, куда погнали? Ну КД, наверное. Еще дали. Погодите, дали.
Уперся в свою ногу. Можешь дебафы босса показать. Япончик, слей гимн на маму. Даю. Короче, после убийства звездочки драгонса не подводит. Через крестик, блин. Давай попробуем. Может, для вас это легче. Крест они туда пойдут бить? Крестик, да. Идите, бейте крест. Хилы тоже туда поднимайтесь. Я драгона снизу похил. Да и босс оттуда будет. Стойте. Замедление каста только на ТТМ вешайте. Локи. Короче, милики, нам больше будет тотемы появляться. Ваша основная обязанность — сливать эти тотемы. Босса можете не бить от слова совсем, главное — тотемы сливать. РДД тоже помогайте. Как только тотем появится, сразу все переключайтесь и быстро отходите от босса. Но смотрите за кастом босса. То есть ничего не меняется, я так понимаю. Милики побили. Если есть тотем, побили, отбежали. РДД влили. Сливают. Слили тотем, отбежали от босса. Но смотрите за костами босса. Вспышку смотрите. Как только появится тотем, только тогда милики вливаются. Вспышка будет. Вспышка, отойдите, мили. А на вспышку замедления каста канает? Нет. Вспышка 10 секунд. Отбежать. Активно надо. Пиздит ДБМ. Вспышка каждые 20 секунд. Ману отдайте. 8 секунд до вспышки. Тотем опять появился. РДД в тотем. Смотрим, как там. Так, даю гимн на ману. Тотем, блин, тот. Тотем не сильно так уже бьет, поэтому косты смотрите, босс. И нера от кдшились у кого-нибудь? Можно Геру дать, кстати? Ага, по кому? Тимыч есть. По кому? Да, сейчас скажу, погоди. Дай по Иршами, не по мне. Вспышка. Маны нету, щитов больно сильно не будет. Мировый иннер, как только будет. Да, у меня реген позволяет. Даю ману регене. Шаман, у кого-то шаманов есть тотем. Поставьте тотем на ману. Второй Иршан, поставь тотем. У меня 2 минуты, когда.
Ты вообще его должен по КД юзать. Ты, блядь, мало можно юзать уж так. Звезда 5 секунд. Миликет от босс. У меня ДБМ более-менее. У меня твой же ДБМ. Миликов абсорби в первую очередь. ДБ постолку, постолку. По мане, сам видишь, не очень. Да у тебя, блядь, маны еще хватает. Там босса осталось 15 лямов. Мелики. Можешь всю ману в расход. А ее 2000. Через 30 так, секунд. О, у меня чушка откатилась, сейчас будет мана. 62 минуты. Это если не сердце, адмирал вам будет. Хватит вам 2 минуты. 2 минуты хватит. Здесь, да. Мелики. Есть гимн на ману. Даже не надо. 5 лямов. Здесь, да. Добивайтесь. Может просто пропустить, а он босс уже. Еще минута 40. ТТ можете не бить, бейте все босса эрби, да? Батин потным стал. Самый легкий. Трусы, блять. Жрецовский, да? Ничего потного я тут вообще не увидел. Да легкий босс, я не знаю. Просто танки не держат под берсой босс. Так, ну, Денчик. Денчик. Не было. Ну, Драгон же не сдох. Так, ты... Денчику? Денчику русы, да. Всё, 500 даю. Денчик, зачем тебе трусы? У тебя же нонсет с джайми. Он же на этого, на ретрика. Может, майнспирит ретрик, нет? Какой ретрик? У него ходит пау майнспирит. Правда? Так, старый. Мне птифа. Еще раз. Мне 500. Я понял. Пухан там, блядь, 0-150 не хватило. Это, мужики, ареснуть можно? Зачем? Так. Блядь, забыли про тебя, сейчас резать. Там еще Эрнест лежит. Бич, у тебя грудь, спасибо. Но пек не подходит. А Грин Персик, какой мейн? Не, на офспек. Ну, Римперчику отдавай, у него салама. Я на офспек показывал. Да-да-да. Просто... Дим, не, он говорит про грудь. Ну, пожалуй, он тот. Штаны у меня есть. Вонь. Нет, что-то с этим боссом не то стало. Или танки в натуре тупят. Да нет, там же линковал я дебаф. 60% у босса становится, он на себя вешает благословение воздуха. Благословение. Это было благословение, было всегда. Когда не убивается хоть один из мобов. Это всегда так было. Просто это не так ощутимо. Может, сейчас больше. Может быть моб, он просто больше бьет. Может, поэтому стало ощутимо. Но я ощутимо. Не видел 100 тысяч урона никогда в мире. Ты видел когда-нибудь 100 тысяч? Я тоже не видел, чтобы он по всем так бил. Можно скажу, Пухан в ДД, Тимбыч у этого, в танка. Еще одного танка нужно. А, ну тогда Пухан, оставайся в танке, Тимбыч еще на трэше хорошо ловить будет. Так, танк или нет? Гринперсик. Че, Гринперсик, танк есть?
Да. Надо редактировать у них описание. Блять, половина лутает на успех, а у них не подписан даже. У Тимбыча тоже неплохой танк, в принципе. Ну, смысл? Пухан даст ДПС побольше, чем... А, ты это имеешь в виду? Ну да. Давай Пухан все равно в ДД. Так, старый мне в танка, нет? Тимбыч в танка, Грин Персик в танка, Дракон в танке, Войд в танке. А боссе будет... Войд. Или да, нет, погоди. Сюда, играешь остальное по чуть-чуть. Да, да, я босс дальше. Да, значит ты на боссе. Главное, не трогайте белый трэш. Он пулит босс. Пусть не, босс не выйдет. Ну вот, я понимаю, о чем ты говоришь. Там ДПС совершенно другой. Я нас не раньше плакал, но ДПС был другой. Как у тебя? Я просто его никогда не бил, чтобы одного моба оставлять. Только тут третий КД. Поэтому никогда не вижу такого урона. Там боешка выпала. Этот адмирал. Лага здесь. Сейчас после боя я не могу время боя промышлять. Лага, лага тут, да. Просто нет. Не говори. Он слышит. Слышит, Лёв, слышит. Ну, чат поставь. Он слышит. Короче, смотри, в чем прикол. Локи снимешь, потому что, во-первых, он замедление давал по тотему. А во-вторых, там реально типа иммун к огню. Так, где воешка? Банально его ДПС по тотему заменяют замедление каста. Приливный мудрец глубин. Смотри. Ну ты логни игру уж. Ну я не могу выйти даже из игры. Альт F4. То же самое. Старый, жми в следующий раз main spec, чтобы ты вверху вылезал не где-то. Чтобы он мне ГП автоматически. Да блять, я тебе понял, понял. У меня нет прав ГП. Я понял тебя. Там какой-то уёбок бегает, который босса агрит. Да, да, да. Не сагрить бы его. Пиздушка. Притяните от этого пидора, пожалуйста. Так, новые пацаны, вы тут-то? Нет, давайте я чек. Ага. Ой, притяни пидора этого. Отлично. Короче, а, секундочку. Угу. Ваш замысел весь сейчас фул рыбав делаем, за колонны прячемся, танк ведет босса, никто ничего не делает. Танчить будем в туннеле вот в этом его. Как только босса он поставит, вы во фрейм босса становитесь и долбите. Долбите прямым, точечным, но и стараетесь ауешить, когда будет подводить туда трэш. Идите все, встаньте в туннель, пускай танки приводят трэш, то сейчас босса спулите. Погнали. Танки, белый трэш не пуляет. Какой трэш, да, у нас строит? Вот, смотрите, вар и ДК. Вот где-то вот здесь, где я прыгаю, будет стоять босс танчиться. Мы будем стоять в его фрейме под жопой и бить. Бьете прямыми скиллами, подводят трэш, а уешите. Но это не основная ваша задача, АУЕ, а бить босса. Китос очень слабо дамажит на свете. Он без звука, он тебя не слышит. Здравствуйте.
Ну это ты зря сказал. Типа я смотрю, допустим, результаты на прошлых двух боссов и на этом боссе. Это, блядь, разные вещи. Зайдите все сюда, пусть ведет танк сюда, трэш. Берите кто пидор, который сейчас придет. Кто первый, кто второй лой. Первый. Блин. Я забираю, потом ты забирай. Да, давай. Да, давай. Персик. Заберите от этого мужика. Драгон первую пачку, вторую Тимбыч и третью Гримперш. А, еще, ребят, смотрите, которые новенькие. Вы будете бить босса, но, возможно, на вас ни разу эта хуйня не сыграет. Вас, короче, телепортирует, вон фонтаны, видите? Вы там в них телепортируют, вы там пару секунд висите, когда упадете, моментально бежите к нам сюда. Короче, здесь... Для тех, кто хочет жить на фонтане, лучше саппорты. Кто и так фонтаны переживает, можете ДД фласк. Ну, уверен, что ты сдохнешь дедлайн этот на фонтане, если ДД фласк выпьешь. Вообще, по идее, есть. Только на совете пили, да, тут? Давай еще раз, через раз. Ну, лучше выпей, ты первый раз выпей, потом поймешь, будешь выживать, ты не будешь выживать, увидишь, почувствуешь эту хуйню, лишнее можно, не будет. Можно сдохнуть в стаке от мурлоков, как есть, то вряд ли. Я просто честно не знаю, как там можно сдохнуть, я ни разу не дох. Убирай себя, Тимыч. Тимыч, забери трэш. Но, как практика показывает, можно сдохнуть. Старый, это просто рандомная фигня с этими царапками. Именно от самого фонтана можно и не сдохнуть. Там в основном от этих кровоточек. По смыслу просто перепивать, если наваешь пиццу потом. Я тогда один раз улетел на фонтан и просто, блядь, в куб в этом еще в пузыре еще даже не взлетел, а откатился. Это на тему лока в стаке было слышно. Ну, во-первых, там еще лед следующий нас ждет. Да, кстати. Перед Вайшей. Самый легкий босс. Да, да. Раньше нет. Когда стопать не умели. Мне кажется, новый инст откроется и Лехины слова будут. Все нормально. Все легко. Че не так? Води туда. Дадут вам вайшу. Он фантик зашел. Радиатор не начнется. Радиатор придет. Может не придет. Сейчас фантик зашел. Я вижу, где его рейдил. Че там, трэш остался еще? Последний. Ждем. Я тут. Блять, одного пидора потом поймаю. Ну, не бегает под босс. Да его хуй, босса уведут уже, потом его задолби. Вперед. Он вроде и пуляет. Да. Смотри, как хорошо лежать на пляже и смотреть стрим. Еще пивко, наверное, попиваешь. Нужно еще один стрим. Да не, я только виска обычно. Народ, у кого есть сердольные полироль? Сердольные полирольки? Сердоль и две полирольки. В ГБ у меня. Я бы просто прям сейчас... У меня все с собой. Давай что, посмотрим, давай, что этого босса. А это кто говорит, Ник, можно? Адмирал Жужин, спасибо. Так, все, да, там по трэшу, идите сюда, давайте фулл... Погодите, сейчас этот гладиатор заходит, я рыбу поставлю, фулл рыбав.
Все, рыбу ставлю, бафаемся. Блять, ну басики, на вас рыбы не наберешься. Если что, у меня рыба есть. Да ладно. Слушай, ну все равно, 5 хилов прошли босса. Да не надо мне, успокойся, у меня есть и голда, и рыба. Спасибо. Раньше часть была нам. Подводите, я первый раз буду. Агро набрал, подвел под босса. Так тебя никто не осуждает. Ладно, давайте чек на бафы, на готовность, на пул. Меня слышно? Слышно. Колонны, спрячьтесь. Все, за колонной зайдите. Я третий, да, собираю, получается. Гарри Персик третий, да. Тимбыч второй, первый Драгон. Когда подводить там, скажут или... Да, ну, да, набрал да. По 100 тысяч на каждом и подводишь. Короче, забрал, собрал в кучу, агро набрал и пошел. Ну там еще Драгон тебе шепнет. Все, все готовы, погнали. А, погоди, да, а, Никитос, Никитос, сваливай. Все, агри. Сейчас вообще ничего не делайте, сейчас он босса поставит. Вперед, босса, не бегите. Все, сейчас прокастят, погнали. То есть вар и ДК, смотрите, основная задача бить босса, но будет подводиться трэш, он тоже должен заливаться АУЕ. Но чисто скиллы на АУЕ можете не переходить. Там на хосту тотем не забудьте, а то у Мозера инфаркт будет. Далеко от него. Фанзера хорошо. А тебе нужен Фанзера какой-нибудь босс здесь? Агро, набирай кваты, повел. Теперь веди.
Оно соковат. Ну ладно, потом. Женуэн, это не три босса, уже пятый как-никак бьете. Четвертого бьем. С учетом вайпов уже пятый. Танки больше не подводим, держим там. Да, держите трэш всех босс. Сам пачку собрали, в сторону чуть отвели, следующему дали собрать. Погнали ролить. Ну пояс, пояс, пояс. Вершама, скорее всего. Так, идем по списку. Колеч. Мейнспек Ауди, чё, блядь? Не-не, Тимбыч, ты в танке. Третий танк будешь. Ауди, тебе на мейнспек. А, это ж кольцо, да. Я думал, это пояс. Так, Audi Main Sip 380. Мне обратно в салу. Да. Да. Так, поясочек. Ого. Гладиатор 8. Гладиатор? Да. Сколько пояса? Пояс. 583. Чуть мне казалось, у него есть. У него 272 пояс. Так, плечика, вообще никому не надо. На пыль, значит. Пыли, ну. Тебе пылю. Никто в ПМ не будет писать. Можно хилить, а? Хилы вы поднялись, я покажу тебе. Нет, мне плечи не нужны.
смысле? Кто это? А у нас РС не планируется на этой неделе? ХМ. Джайна убьем и пойдем на РС. А Джайну не завалим, вряд ли мы пойдем на РС. Воронок никто ничего не нашел? Че, агрите этого хуеплета, РНЖ возьмите. У тебя старый кто-нибудь предупреждал, что уходить лог будет? Лог, да. Ой, злой. Разбегитесь. Лока я в рейд взял, потому что не было никого. Он предупреждал. Не, ну просто вон. Рахим. Уходит. Заменим на Фанзеру, я вижу. Сейчас пока это. Хилю. Некогда. Ну куда? Чё это за хуйня-то? Танки. Он спрыгнул. Агри. Войд. Сейчас он прокастует. Ну-ка, отходите чуть-чуть, вон еще один идет. Отбегайте. Давай, отводи его вон к этому, к светофору вот к этому. Отводи, Войд. Сам отбеги. К светофору? А, все, да, все, тихо, ушел тот. Все, ловите и сразу отбегайте по чуть-чуть, лужи будут. После них. Тоже плохой, да? Ноль урона по тотему, это сильно вообще. Так, давайте за час убьем оба босса. Будем все довольны. Саш, еще и РС. Это уже там по времени и по желанию. В принципе, там мне пофигу, я пойду. Во-первых, там по времени, а не по желанию. Ну, вот я говорю, у нас один час остался по времени, а? И у нас еще целых два босса. Все, рейд поднимаем. Я понимаю, что РС как 15 минут, но тем не менее. Старый, ты же сам первый уйдешь. Я в час, да. Ну, час. Адмирал или Вага, дайте девки пати. Девки? Да вон в гильдии пишет. Девка. О, девка. Я кинул пати. Адмирал провокатор тоже кинь пати. Там точно гильдии. Так, еще раз, гифку в рейд. Ой, я уже... еще раз, адмирал, пожалуйста. Фанзера, тебе нужен этот? Гев. Вот. Ему только был наступ нужен. Тот, которого мы убили. Я понял, но мы там уже сагрили. Так, мы подтягиваемся сюда. Провокатор, тебе нужен этот водяной, нет? Какой водяной? Который гидрос? Да.
А, нет. Ну сиди на замене. Так, короче, вот, вот сейчас следующий выйдет, ДК сразу притягиваем и фул дамаг. Готовимся. Готовимся, готовимся. Тяните. А девка здесь, а в Одессе? Угу. Смотри, у нас просто лок ушел, я поэтому тебя и взял. Девка вообще в Одессе? Он меня предупреждал, да. Локи поставьте, пожалуйста, этот шкаф. За... Так, я понимаю, что тебе не нужно. Вот люди, которые сидят в этом... В запасе тоже ничего не надо. А лок лишний не будет. Особенно на вайше. Лишний DPC.